И рэп-баттл, за которым этой ночью следила вся планета, превратился в площадку для политического диспута. Россиянин Оксимирон и титулованный американский фристайлер Дизастер в своих текстах только и говорили о ближневосточном конфликте, ядерном оружии и Украине. Оксимирон особенно подметил, что его соперник ливанец по происхождению, но выступает под флагом Америки, в то время как армия штатов безжалостно убивает мирное население на Ближнем Востоке. А начался этот баттл с легендарной фразы из фильма «Брат 2». Вот скажи мне, американец, в чем сила? Победителя в этом батле так и не назвали. Кто шумел сильнее, сейчас жаром обсуждают в соцсетях. И даже американские рэперы пишут, Оксимирон был гораздо убедительнее.